Друзья, вот на каких машинах надо ездить. Volvo – самые безопасные автомобили. Это у нас XS60. Мы сейчас познакомимся с автомобилем, заглянем в салон. А в конце видео расскажу, сколько стоит эта машина. Ну, автомобиль бэушный, 21 года выпуска. Машины распродаются. Новых автомобилей пока в продажу не поступает. Что там будет дальше, никто не знает. Данный экземпляр 2021 года выпуска. Здесь у нас светодиодная оптика. Сразу же видим наш легендарный молот Тора. Это вот эти светодиодные полосочки. Колесные диски у нас здесь 19-е. Сейчас обойдем автомобиль, посмотрим, как он выглядит сзади. Задние светодиодные фонари. Пятая дверь с электроприводом. Нажимаем кнопочку, и крышка багажника открывается. Вот так вот выглядит у нас багажное отделение. Здесь есть шторочка. Она также уходит вверх и фиксируется в нижнем положении. Розетка на 12 вольт. Сеточки-органайзеры. Отдельно откидывается зона подлокотника. Под фальшполом докатка, комплект инструментов, набор автомобилиста. Ну, в общем, как обычно. Нажали кнопочку, и дверца у нас закрывается. Заглянем на второй ряд. На дверях видим бесключевой доступ. Вот так вот выглядит дверная карта второго ряда. Отделка карт дверей искусственная кожа. Обстановка на втором ряду. Второй ряд сидений у нас здесь без обогрева. Сиденья отделаны кожей. В задней части переднего подлокотника расположились пара Type-C разъемчиков. Также здесь есть подлокотник с нишей. Здесь же встроены подстаканники. Вот так вот выглядит дверная карта со стороны водителя. Блок управления электростеклоподъемниками, боковыми зеркалами. Передний ряд сидений регулируется за счет электроприводов. Есть память настроек в двух позициях. Также отдельно мы можем отрегулировать длину подушки. Регулируется она за счет электроприводов. Во многих Мерседесах она регулируется механически. Также можем отрегулировать поясничный подпор. Есть встроенный обогрев. Присядем за руль. Приборная панель у нас цифровая. Есть система распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль. В боковых зеркалах встроены датчики мониторинга слепых зон сзади. Зеркала греются, лоб греется, руль греется. Кстати, мультируль отделан кожей. Навигация у нас встроена в мультимедийную систему. Здесь же есть камера кругового обзора 360 градусов. Верхняя часть панели отделана искусственной кожей. В центральной части есть вставка из дерева. Крышка перчаточного ящика с лифтом. Ниша огромная. Кстати, ниша перчаточного ящика здесь охлаждаемая. Коробка автоматическая, 8-ступенчатая. Работает в паре с бензиновым двигателем. 2 литра мощностью 249 лошадиных сил. Тип привода полный. Разгон до сотни 6,8 секунды. То есть довольно шустро нажали и полетели. Старт-стоп. Здесь у нас такой вот органайзер. Теперь смотрите. Вот эта вот длинная деревянная полоска. Куда вот она исчезает? Становится загадка, да? Раз. И вроде в нише подлокотника ее нет. Здесь есть только пара USB разъемчиков. Подстаканники, розетка на 12 вольт. Электронный ручник, система автохолд. Шайба выбора, не шайба, а кнопочка выбора стиля езды. Климатическая система здесь двухзонная. Продается автомобиль за 6,5 миллионов рублей. На этом все. Пишите комментарии. До новых встреч.